Эта первая примерка показала, Леночка, моих очниц. То есть мы же итог подводим. Это работы. Это первые примерочки здесь у нас, на нашем. Вот какое серьезное пальто мы шьем, да? Видите? Да. Это комбинезон Танечки. Так. Это платьице простое. Такие вещи. Это Юлечка наша. Да. Это Валя, моя подруга. Смотрите, летний комплект. Платье и пальто из одной ткани, безо всякого подклада. И человек очень даже не худенький. А посмотрите, как это смотрится все. Деликатно, компактно и совершенно замечательно. Это работа нашей очницы, моей подруги теперь уже. Это тоже. Влюбилась вот в эту модель, Леночка, тоже очница моя, купила такую же ткань и пришла ко мне. Давайте повторим. И вот в один мы сделали вот такую реплику, так наш вариант еще лучше стал, чем то, что было. Тоже моя очница, тоже Леночка. Так, это тоже наша работа. Посмотрите, какие корсеты мы здесь шьем. Это еще... Сноровочка, по-моему, только выполнена. Это тоже работа моей ученицы. Вот такие вот вещи. Галя. Это Леночка. Первая примерка. Я часто снимаю примерочки просто. Показываю вам. Это Марина. Вот такой жакетик мы на подкладке шили. Лариса. Пальто. Вот такой красивый подклад у нас у пальто. Видите, когда своими руками. Угу. Костюм льняной. Пиджак на подкладке, брюки летние. Юбочка вот такая красивая из кружевного полотна для Лены. Это работа уже моей ученицы. Ульяны, потому что девочки мои, очницы, они часто бросают свое основное занятие, какую-то офисную работу и садятся дома, собственно говоря, шить и делают это вот на заказ. Вот эта вот Улечка пришла показать мне результат ее, как раз она шила клиентке. Это моя ученица Лариса. Мы с ней, она сделала выкройку. Мы раскроили по этой выкройке вот такой вот реглан. Платьице, посмотрите, какое. И просто первое, это наша первая примерочка. Видите, как выглядят наши первые примерочки. А это из стяженого футера. Футер в два слоя, фуфаечка такая. Очень модная сегодня ткань. То есть два слоя футера. Изнанкой друг к другу сложили, прострочили. Сделали вот такую стежку и оформили кантиком, руликом таким. Тоже из футера сделали его. Тоже работа моей ученицы. Это тоже вот такая бомбер-куртка из драпа. С рубашечным рукавом. Плоский крой, кстати. Здесь тоже плоский крой. Мы с вами тоже проходили плоский крой в видеошколе, да? Или наша выкройка, вот эта простая, самая простая выкройка вот здесь. Только рукавчик здесь уже идет с такой достаточно высокой головкой. Пройма овальная и рукавчик овальный. А это из курточной ткани сшиты брючки и вот такой жакетик. Гулять, так сказать, в песочнице сидеть мамочки, когда сыночек там гуляет, играет. Вот это готовое платьице. Тоже моя ученица шила. Здесь мы с ней кроили его. Вернее, они делают у меня сами выкройки, но иногда приходят ко мне на раскрое. Да, то же самое. Очницы работа. Тоже. Так, это мы пальто мужские шьем своим любимым, своим сыновьям, своим внукам иногда. Ну и вот такой сертификат, Леночка тут нам его положила, который я вам выдаю по тому результату, который вы мне показываете.